Ребята, сейчас выполним несколько упражнений динамического характера. Встаньте из-за парт. Пятки вместе, смотрите вперед и поднимите прямые руки вверх. Будьте внимательны, следите за счетом. Начинаем. Согните левую руку за голову. Раз. Выпрямите ее. Два. Согните правую руку за голову. Три. Выпрямите. Четыре. Ускоряемся. Раз. Левая рука. Два. Вверх. Три. Правая рука. Четыре. Вверх. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. А теперь выполним наклоны вперед с касанием руками стоп. Встаньте ноги врозь и поднимите прямые руки вверх. Ноги не сгибать, сохранять равновесие. Начинаем. Наклонились вперед и коснулись руками стоп. Раз. Выпрямились, руки вверх. Два. Наклонились и коснулись. Три. Выпрямились. Четыре. Теперь энергичней. Раз. Наклон. Два. Выпрямиться. Три. Наклон. Четыре. Выпрямиться. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Опустите руки. Закончим динамическую паузу активными прыжками на двух ногах в сочетании с ходьбой на месте. Соедините ноги, согните руки и сожмите кисти в кулак. На первые 8 счетов в быстром темпе прыгаем вверх, а потом на 8 счетов маршируем на месте. Руки должны активно помогать. Прыгаем. И... раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стой. Молодцы. Продолжаем урок.